Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в наше прохождение GTA 5, где мы будем сейчас дальше проходить эту замечательную игру. И, к сожалению, сейчас, ребята, к сожалению, я не представляю, почему у меня опять пропала моя машина с гаража, как это было в случае с кем? С Франклином. То есть, смотрите. У меня вроде опять она пропала. Как я понимаю, ее тут больше нет. Да, на машинку, которую мы угрохали 50 кусков баксов, она почему-то взяла и пропала. Почему она пропала, я не имею представления. Если вы помните, то в предыдущей серии мы нашли какую-то крутую машинку, и мы ее очень классно протюнили. И поставили свой гараж. И она действительно была очень крутая. После того, как мы это сделали, мы как бы закончили серию. Так, давайте сначала Лос-Сантос Кастомс. После этого мы закончили серию. Сейчас я захожу, и моей тачки опять там нет. Куда пропала моя клевая машинка, я не имею представления. Я не имею представления, куда она пропала, но мы будем сейчас искать еще одну какую-то новенькую тачку, какую-то крутую, чтобы ее обтюнить. Я бы хотел вернуть вот ту машину, хоть я не представляю, где я ее нашел. Она была очень крутая, и, если честно, она мне очень понравилась. Она была, знаете, в таком классическом, старом, будто... О, вот например, вот это. Вот тут всегда такие затюненные тачки. Вот что-то в этом стиле, но еще... вот это, как ее там... Еще старее машина. То есть в таком старом, спортивном, каком-то ретро-стиле. И мне такие машинки очень нравятся, даже в какой-то степени больше, чем такие новые, современные, спортивные. Ну, я не знаю, почему. О, давайте вот... Давайте обтюним тоже вот эту. Шасси. Ух ты, давайте вот это. Это мне тоже пока что начинается начинает нравиться. Ух ты, нифига себе, 10 кусков за вот это не хочу. Шасси, двигатели. Ну, давайте вот это. Слушайте. Нет, лучше вот этот, крылья. Да, круто. Капот. Давайте вот этот. Клаксон. Клаксон мне не нужен. Фары. Фары неоновые. Неоновые наборы я пока что не знаю, потому что я не знаю, какой цвет у нас будет машины. О, вот, пароль. Да, вот так. Вот этот. Спойлер. О, спойлер я и ждал, если честно. О, это вообще будет круто. Нет, это очень дорого, очень дорого. Я жадный. Колеса. Маслкрал, да. Нет, это не то. Эксклюзивные. Я не знаю, честно. Мне хочется какие-то очень такие тоненькие. Вот. О, давайте вот это круто. Так, это что? Ага, это цвет, да? Цвет колес. Ага, это только вот смотрите, это только в центре он меняется. Вот видите? Вот, красненький, давайте. Модификация. О. Блин, ну это все фигня, это нам не нужно. Стекла. Стекла немного затемненные. И сейчас окраска. Да, вот она. Вот она окраска. Ух ты, нет, хромированный я не хочу, черный. Давайте, ребята, будем выбирать. Какой? Какой, по вашему мнению? Мне кажется, даже красный ей подойдет. Вот такой, давайте, красненький. Сейчас тогда... Нет, я не хочу неон ставить. Я не знаю, почему мне почему-то не хочется неон ставить. Ух ты, нафиг. Ребята, смотрите на эту красавицу. Смотрите на эту красавицу. Хотя, если честно, даже не трудился. Офигеть, я прям тащусь от этой машинки. Стоять. Вот что-то в этом роде. Ух, мне вот такие машинки нравятся. И что мне сейчас делать? Будет? Давайте попробуем сразу две машинки перетащить. Мне эта машина тоже очень нравится. Я не знаю, ребята, как вам объяснить. Знаете, какие мне машины нравятся? Чтобы вам в таком понятном всем стиле объяснить. Как в Форсаже нравилась вот эту Доминику, да? То есть... Полу, когда вот это нравились машины, спортивные, японские, да,
Вот такие машины ему нравились. А Дизелю всегда нравились машины такие, знаете, ретро-машины, классические, как их называют, американская сила, да? Вот такие крутые машины мне нравятся. Поэтому я, наверное, это тоже сохраню. Мне хочется, чтобы у нас две машины остались. Одну мы загоним в гараж, на другой поедем. Мне бы очень хотелось мою машину найти, которую мы прокакали в предыдущей серии. Я не представляю, где она. Я не представляю, где она. То есть, где мы ее нашли? Ага, я помню, где мы ее нашли. Ну, едьте уже. Мы ее нашли вроде, знаете, где? Возле того здания, где мы в предыдущей серии забирали Трейси, да, когда она там попалась. И не попалась, а когда она там участвовала в том шоу, то мы ее оттуда забирали. Мы ее забирали оттуда, но где это здание? Я не знаю, честно. Я не знаю, где это здание. Ну, ладно. Эта машинка вот сейчас может заменить Вупу, если мы ее очень круто протюнем. Если нет, тогда не знаю, значит, будем искать нашу старую машинку. Мне кажется, это сможет ее заменить. Мне почему-то вот так кажется. Это долго будет. Ребята, давайте я немного вот это вырежу. И возобновлю тогда, когда я уже подъеду к дому. Вашу мать, доехал я сюда, моя машина пропала. Hey, Trace, what's up? What's up? Are you joking? You ruined my... Ну, это уже было в предыдущей серии, вот видите, не сохранилось вот это. Ах, что это за хрень? Я вот сюда доехал, оборачиваясь, моей машины нет. Сколько мы на нее потратили? Вот скажите, сколько мы на нее потратили? Мы на нее потратили 30 кусков баксов, я разворачиваюсь, моя машина пропадает. Я не знаю, если честно, зачем это сделали. Вот еще одна такая машина. Ладно, давайте сначала вот эту обтюним, поедем домой. И возьмем новую машину только тогда, когда мы вот эту довезем домой. Потому что, видите, это нереально вот так. На двух машинах сразу доехать домой. Опа. И две машины одновременно завести в гараж. Потому что видите, что одна из них 100% пропадет. Поэтому нужно по одной. Мы, наверное, вот сейчас это сделаем. Протюним вот эту. Ну ладно, потеряли 30 кусков баксов. Я надеюсь, эта машина какая-то крутая получится. Тут вообще бамперы можно менять. Окраска, подвеска, турбонаддув, колеса, стекла. Я за этой, извиняюсь, говна вот этого. Ладно, машина не говно, но тюнить ее нельзя. Опа, ты прям... Это та, что нам нужно? Нет, это не та, что нам нужно. К сожалению, это не та. Она тоже крутая, но я хочу другую. Мы прокакали 30 кусков баксов на эту машину. О, вот она. 30 кусков баксов на эту машину, потому что я думал, что она получится крутая, когда ее протюнишь. Сейчас я возвращаюсь и вижу, что машинка не тюнится, и наша предыдущая машина пропала. Ух ты нафиг. Ой! Ладно, не хотел. Нужно будет ремонтировать. Офигеть, я прокакал крутую машину. Эта машина похожа на вот ту, которую мы только что видели. Она вроде точь-в-точь, только меняется вперед, да? Get out the fucking way! За нами полиция. Идите в жопу. Давайте опять быстренько ее протюним. Протюнил, наконец-то. Вроде точно такая же, как у нас была. А капот? Капот не поменялся? Я же вроде его покупал. Нет, поменялся, все норм. Такая же, как у нас была. Лучше мы идем и откладываем ее домой. Чтобы протюнить эту тачку, мы ее протюнили два раза и потратили 70-80 кусков бакса. Знаете, ребята, давайте в этой серии мы только будем тюнить какие-то машинки. Нам прислали один лям. Один, мать его, лям. Не зря же мы грабили, да, магазин? Да, в принципе, магазин, я правильно сказал, ювелирный магазин. Ух ты, она такая скоростная. За той машиной я потерял 70 кусков баксов. Это вот это! Это вот эта машина! Вроде. You know what? You should see a doctor. Это вот эта машина. Стой там! Стой там, не уходи! Стой там, пожалуйста! Вы знаете, прям маньячина какая-то. Это вроде вот та машина. Honey, I'm home.
Здрасте, дорогая, я дома, но я ухожу сразу же. Я надеюсь, та машина вот там осталась. Это та машина из предыдущей серии, которую мы протянули, но которая тоже пропала. Нет, она не осталась, она пропала. Машина пропала, звезда осталась, офигеть. Вряд ли мы найдем еще такую же машину где-то в окрестностях нашего дома. Честно, вряд ли. Но... Не, не найдем мы, ребят. К сожалению, не найдем. Я ее очень хотел. Так где вашу мать, полиция, вот это? Да харе уже, прекращайте уже за мной ездить. Одна звезда так долго длится, как будто хрен его знает. Вот эта машина, которую нельзя протюнить. Дальше. Эту не хочу, эту не хочу. К сожалению, нету никаких нормальных машин. Хотя они, в принципе, все тут крутые, но вот эту можно. Хотя, эту можно, но... О, тоже крутой моцик. Они с меня что, издеваются? Ребята, у меня одна звезда, вот, наконец-то пропала. О, вот она, нет. Это она? Нет, это не она. Вряд ли мы ее уже сможем найти. Вот только что нам повезло ее опять встретить, хоть мы ее встретили тут. А в предыдущий раз мы ее нашли. О, вот это тоже крутая, но не очень. А в предыдущий раз мы ее нашли вообще в другом конце карты. Сейчас нам повезло ее вот тут найти. Но... Это... Нет, это не она. Но она пропала. Хоть мы вроде... Насколько мы отошли? Мы отошли на 10 секунд, чтобы завести новую машину домой и потом вернуться за той. Не успел я пойти, но она уже пропала. Офигеть. И, ребята, тут уже нету больше нормальных машин, то есть я хочу какую-то особенную, а этих полно. Нет, больше нету, к сожалению. Нет, это не она. Похоже, очень похоже, но не она. Ладно. Куда будем ехать? Мы можем, да, это пройти? ФБР, да, нам сюда нужно. Сколько там? 3 километра, ну, в принципе, давайте поедем. Может, по дороге мы еще найдем какую-то... Вот она! Стоять! Вот она. Так. Мы, походу, ребята, в этой серии тоже не будем ничего проходить, потому что вы видите то, что... Но у нас сейчас немного другие заботы. Так, где Лос-Сантос? Вот. Поехали. Это вроде она. В предыдущей серии она крутая получилась. Я даже если его сейчас возьму и протяну так же, как она была, но вроде в предыдущей серии она была в красный цвет покрашена. Сейчас я ее сделаю другим, потому что красный у нас уже есть, да, в гараже. Такие, знаете, сделали такое, что возле этого Лос-Сантос Кастомса всегда есть какие-то затемненные тачки, которые вы можете взять и поехать на них. Так, 100% гарантии. Да, это она, ребята, это она. Там стреляются, я слышу. Бамперы. Это вроде она. Да. Круто. Шасси это мы установили, двигатели. Давайте, вот это ж лучше. Вот это крылья. Крылья нам не нужны, я вообще даже, если честно, не понял, что это такое. Капот. Вроде вот это у нас было, да? Клаксон нам не нужен, фары. Фары вот эти можно, неоновые фары я пока что не знаю, потому что я не знаю, какой цвет мы на них будем устанавливать. Вот. Какой цвет, как думаете? Красный подойдет, но красный у нас уже есть. Я не знаю, честно. Давайте, знаете что? Может, этот сделаем белый или даже черный. Вот, давайте такой. Дополнительный цвет. Вот дополнительный мы сделаем желтый. Так, желтый, где наш желтый? Вот он. О, вот такой, мне кажется, даже лучше будет. Сейчас фары, вот, неоновые. Среди спереди по бокам. Цвет неона, вот, сейчас.
Вот так. Только мне кажется, сейчас, секундочку, покраска будет. Основной цвет нужно все-таки поменять. Ух ты, хромированный. Как думаете? Так, сейчас. Вот этот нормальный. Такой. Не знаю, честно. Три купим, пофиг. Я не знаю, Давай назад. Давай заезжай назад. Давай назад. А он задом не заезжает, только передом. Мы вряд ли проедем, хотя проедем. What brings you in today? Давайте сейчас уже ее ребята дотюним, нужно все-таки уже дотюнить. Дальше что у нас идет? Фары, номера, окраска, подвеска. Вот она, трансмиссия. Тоже можно тупо, тоже можно колеса. Вот колеса я не знаю. Колеса я не знаю. Я даже не помню, в какой лоурайдер. Нет, я даже не помню, какие колеса мы установили в предыдущей серии. Так, дайте-ка я посмотрю. Какие-то, чтобы подходили. Даже подсилили этой машины, хоть они и новенькие какие-то будут. Я не знаю, честно. Внедорожник точно нет. Не знаю, честно. Вот я сейчас смотрю. Вроде куча всяких колес, но ничего нормального. Это не очень... Ну, какую? Какие, ребята? Говорите, говорите, говорите. Не знаю, честно. Я не знаю. Так, не знаю. Давайте еще раз посмотрим. Эти нет. Вездеход. Точно нет. Спорт. Давайте вот эти поставим, да и все. Я как-то не хочу париться по этому поводу. Хотя нет. Эти лучше нет. Это все-таки у нас... старинная машина, можно сказать. Вот, так нормально. Ух ты. Как вам? Мне кажется, она прикольная. В предыдущей серии вроде она круче была. Ну как, старинная она старинная, но все же не он, мне кажется, нужно было бы убрать. Как думаете? Как думаете? Не знаю, честно, напишите в комментариях, убрать или не он, или нет. Но машинка крутая получилась. Машинка вроде крутая получилась. Так, давайте мы ее сейчас заведем домой и поедем на задание. Где наш дом? Ну, хоть мы вернули машинку с предыдущей серии. Хоть я не представляю, почему она пропала. Вернули в старую машину? Как вернули? Заново ее затюнили, можно и так сказать. И затюнили еще одну новую машинку, да? И она тоже вроде крутая получилась. Вот та вроде. Она тоже вроде крутая получилась. Так, давайте едем домой. Едем домой, ставим ее в гараж. Если она поместится, поместится. Вон, все. Эй, Big Daddy's home, as if anyone gives a shit. Круто, две машинки у нас есть. И даже очень крутые. Да перепрыгни ты нафиг, вот, все. Круто? Круто, мне кажется, крутая машинка. В этой серии мы так немного потюнились, но все же, мне кажется, мы еще успеем. Парикмахерская, салон тату, гараж, ТВР, вот. Потопали, где наша машина? Наша машина где-то в заднице, потому что я ее не вижу дома. Нужно, наверное, как вот, стоять. Мы конфискуем твою машину, нам она нужнее. Ну поехали, 2 километра, давайте быстренько туда доедем. Вот мы уже практически добрались до места, где нам нужно встретиться. Ух ты, на. Разворотчик такой, где нам нужно с ФБРом, да, встретиться. Давайте мы скоротим. Немного скоротили, нормально. Ух ты, нифига себе, мы вот это перепрыгнули, я даже не знал, что там вот. Вот это тоже крутая машина. Она тоже крутая, может мне ее идти потюнить. Опа. Так, смотрим. Машинки какие-то нет. Ну, вроде тут нету больше никаких нормальных машин.
и поехали на машине по газону. Так, а куда нам бежать? Тут двери закрыты, я вроде это... А как убрать пистолет? Ага, вот. Мне кажется, вот сюда или даже ниже спускаться нужно. А, фиг его знает, если честно. Я вроде это проходил, но я не помню. Вроде сюда. А, вот, да. Дэйви! How you doing? About as good as can be expected, but the news is not good. I don't know what you're talking about. I know you did that fucking jewelry job. Dave, seriously, you're imagining things. Fuck you. All right. I did it. Arrest me. You know what? You'll be saving my life. Because you called it, motherfucker. What? You called it. Trevor. A couple days ago. We haven't really talked about anything either. But if not when, he starts asking questions about why you're not feeding worms south of the Canadian border. Oh, we got problems. Yeah, no shit. We're in it. Ну, Тревор, это да. Together. So, if your problems are my problems, then I guess that means that my problems are sort of your problems. На что ты намекаешь? Nope. What if I lose my job? Someone comes into my office, starts reading my files. They'll see the things I did. I know a lot of stuff. I can cop a plea, get 5 years, but you... Fuck you, you ungrateful prick. I made your career. Well... And we better go about saving it together, because you and I both know we can't let it go to shit now. Ну ладно. What do you need? This guy, Ferdinand Karamov. The agency claims he's dead. We at the Bureau think they're full of crap. We think he's being debriefed someplace. So? Apparently. He has information which will put me and my superiors out of circulation. Those agency fuckers have got the coroner's office locked down. We need you to verify the body. So how the hell am I gonna get in here? No, you've played dead before, haven't you? I've always kinda liked you. Я не помню, честное слово. Сейчас посмотрим. Если нам труп нужно опознать, то понятно, что в морге. What we got? Так, сейчас. John Doe, white male, overweight, in his late 40s, possible coroner. Let's take a peek. The fat deposits on his hips and abdomen suggest a fondness for bleeder burgers. See the broken capillary? Ah! Oh, Jesus! Back from the dead, motherfucker! Они с ума чуть не сошли. Ну а прикиньте, лежит трупак, вдруг просыпается, нафиг зомби-апокалипсис, да? Come out! Hands in the air! Come on. А вот он там за креслом. Might be in the other room. Ага. You wanna end up on the slab? Surrender yourself! Пистолетик, круто. Так, это кто? That don't look right. Да, это вообще баба, если ты не заметил, а? Guess you can't judge a corpse by its toe tag. А чё там у нас прять? О. Ага, вот. I found the toe tag. Ferdinand Karamov. It's on some big black lady. Definitely not your guy. Okay. The agency have the lower floors on lockdown to prevent a leak. I got a guy who can cut the power to give you some help, but you'll have to get upstairs. You freeze! Hands up! Hands down! Смотрим. По телефону он базарит. На меня полиция бежит и стреляет. Он по телефону базарит. Asshole! Just let me go. Where's your cover? Ah!
Два хедшотика подряд. Три хедшотика подряд. Четыре хедшотика подряд. Снайпер нахрен. Дробашок. Круто. Я, если честно, не помню это задание. Hey, I already died once today. Если честно, не помню это задание, но в какой-то степени. Только в какой-то степени припоминаю. Так, главное, чтобы сзади к нам никто не подкрался. Ну ладно, ты там стой, я тебя не буду трогать. Ну давай. I don't know what's going on here, but I want the fuck out. Никого. Но мне кажется, мне нужно... Мы можем? Shit. Need to take the stairs. Ну, я уже понял. Поверюжи лишь в черном мешке для мусора в хранилище. Этаже. Ну, спасибо, что ты мне сейчас сказал об этом. It's all a big misunderstanding. Смолчать, зараза. Так, потопали. Там кто-то бежал. Хотел сказать бежит, но он уже не бежит. Дальше. Тут еще будет. Carry on with your business. Ух ты, там сзади. Let's go. Если у меня больше пистолетов нет, патронов нету. Но зато есть новая пушка. I should have stayed on the slab. Так, дальше. Да харе уже визжать, где-то хрень. Давайте быстрее отсюда выбираться. I don't know what you're doing here, but you won't... Тут больше никого нету. Ух ты! Давай машинку, быстренько, быстренько. Там есть какая-то машинка. Есть. Три, нифига себе, три звезды. Ребята, нам нужно сбежать от трех звезд. Это не так очень просто, потому что за нами еще и вертолет летает. Он меня нашел. Тут очень офигенное место, чтобы спрятаться, но, к сожалению, меня нашли. Я с вертолета еще стреляю, да, замечаю. Извиняюсь. Там очень офигенное место, чтобы спрятаться, но, к сожалению, нас заметили. Также офигенное место спрятаться — это в туннеле. Там много таких тебя. Главное, чтобы нас поезд не сбил, да? Туннеля поезда и метро. Главное вот сейчас оторваться и заехать какую-то туннель. Вроде он сейчас убили, но тогда. Ага, да. Нифига себе. Может. Как выключить фары? Да я не хотел выходить, сядь обратно. Как выключить фары? Кто-то в курсе? Ага, вот. Прячемся. Я надеюсь, нас тут не заметят. Хотя вроде там я уже машины вижу, которые сюда подъезжают. А нет. Hey, Mike! F! Hey, we need to talk! Quick!
Meet me at those oil derricks just outside town, El Burro Heights. And make sure you're not tailed. Man, that don't sound too good, homie. Look, I'm on my way. Доберитесь до нефтяных вышек. Ну, сейчас пускай Дэйву позвоним. Позвони. Дэйв, the hell was that? You know how many spooks I just ran into? I'm sorry. They're not nice people, if that's a consolation. What's going on? There's a big target out there. Something in the shadows. The data algorithms are reading off the charts. Whoever finds it, the Bureau or the agency, is gonna get a big bump in funding. Like I care about your funding. I'm out, Dave. You're not. I need you to meet my boss. We'll be downtown in the plaza between the FIB and the IAA buildings. The IAA building? You fucking kidding me after the spat I just had with those agency men? Relax. They won't be looking there. They never expect an inside job. Ну ладно, это мы уже сейчас нам нужно туда заехать, чтобы хотя бы закончить задание. Что если мы закончим, опять наша машина все попадут, как я понял, да? Которую мы в этой серии закончим. Ох, ты же это управление вот тут. Ну, в принципе, мы же едем по такой дороге, да? Так, мы уже будем сюда ехать. Эй, Франклин! What's going on? You gotta get out of town. Man, I ain't exactly got nowhere to go. Well, then take a trip. A long trip. What the fuck is going on? Things, all right? Look, you remember I told you I know people? Feds who looked after me when I retired? You did? Yeah, I did. I mean, I think I did. I don't know. Shit, Jesus Christ, Franklin. I got so many stories, I can't even keep them straight. I'm full of shit. Yeah, but your full of shit got me a lot of paper. One score with you, I made more money than I ever did hustling. Yeah, I mean, I'm a great thief, but you know, it's the other shit that I ain't got figured out. So what's the deal, man? What's the deal with the Bureau, man? This clown, I mean, he's an okay guy, fucking cocksucker. We did a deal a long time ago. Didn't go quite the way it was supposed to go. Wrong guy got killed. So I had to go into kind of an informal witness protection program. He helped me. I didn't reveal secrets of his. Everything was cool. Problem started when recently I became unretired. I mean, he shows up, starts calling in favors, telling me to do shit. I mean, look, Franklin, I'm working for the fucking feds. Oh, fuck, man. Oh, fuck, man. Yeah, and that ain't even the worst part. Did I ever tell you about Trevor? Man, I think so. Shit. Well, if you only think so, then I wasn't being completely honest. He's, I don't, hell walking on earth. That's what he is. Well, let's bury this motherfucker. Oh, yeah, good luck with that. Shit. Trevor and I got history. Complicated fucking history. Look, I've done a lot of things that I ain't proud of. Okay, I never claimed to be an angel. But you meet Trevor, Franklin, you'll swear I am an angel. So what's the mood in, man? I don't know. Fuck. I'm just gonna, you know, try to play both sides. You know, until I can find a way out of this shit. All right, man, look, man, you help me. Way I see it, man, the least I can do is help you. It's a death sentence, Franklin. Man, I ain't trying to hear all that shit, man. If the Bureau ain't gonna take you to court, them motherfuckers just hustlers anyway. And I ain't finna let no motherfucking cat think he's so motherfucking crazy run me up a tree. Fuck that. Hey, you're a good kid, Franklin. This means a lot to me. Like I told you, I'm a terrific thief. I'll find something for you, big. Now come on, you better take off. All right, man, I'm with you. I'm with you. Ну, Франклин тоже хороший такой парниша. Так, вот, да, давайте сохранимся. Я не знаю, что, но мне кажется, опять... Тут можно как-то сохраниться, игра. Начать повторно, ага, загрузить, новая игра, выйти, настройки, голосовое сохранение. Начальная страница, ход запуска автосохранения. Тут даже сохраниться нельзя.
Тут даже сохраниться нельзя. Если я сейчас опять перезайду, все мои тачки пропадут, я прям с ума сойду. Я больше тюнить не буду, можно и так сказать. Ху, долгая, можно серия сказать. Мы прошли одно задание, хоть оно и короткое было в какой-то степени, но зато мы протюнили две тачки. В этой серии мы больше так тюнили, чем проходили. Ребят, всем спасибо за просмотр, оставляйте свои комментарии. Чем больше комментариев, тем я больше рад. Я также постараюсь прочитать каждый комментарий, также постараюсь ответить на каждый из них. Ребята, ставьте лайки, набираем 100 лайков, сразу же выходит новая серия GTA 5. Если вы хотите GTA 5, ставьте лайки, ребята, я уже вам сказал. Вступайте в нашу банду Путых Персов, все, что от вас требуется, это просто на меня подписаться. Я буду очень рад, если вы это сделаете, и вступите в нашу большую дружную семью. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.